Здравствуйте, товарищи! Мы в прошлый раз рассматривали с вами вопрос о субъекте и предикате. Субъект выступал, как он и положено ему выступать, как единичное, а предикат выступал как всеобщее. Но они, субъект и предикат, взаимодействуют благодаря суждению, которое состоит еще из связки «есть субъект, есть предикат». Наш единичный субъект возводится во всеобщее. Во всеобщее. То есть это не какой-то единичный, а это то, что является всеобщим. Там, если мы берем конкретное яблоко, то вот это вот, то, что вы взяли, это яблоко, предикат. И тогда это не вот данное конкретное, оно еще и яблоко вообще, правильно? Оно принадлежит ко всем яблокам, какие были во все времена, и которые еще будут в будущем. То есть оно возводится во всеобщее. А с другой стороны, всеобщее, которое как бы висит в воздухе, оно всеобщее, это вроде никакое не конкретное яблоко, а только, так сказать, яблоко вообще. Оно низводится до единичного, и в единичном имеет свою действительность. Действительность. Вот. То есть тут видно, что Гегель, в отличие от предшествующих логиков, которые логику просто свели к тому, что классифицируют разные высказывания, и все. Здесь он показывает, что вот за этим стоят вот все те категории, которые мы с вами изучали в двух томах. В двух томах объективной логики. И вот теперь мы уже находимся в третьей книге или во второй. Во втором томе «Субъективная логика», где речь идет о всеобщем, особенном и единичном. И вот именно этим диктуется, об этом уже у нас был разговор, этим диктуется и логика дальнейшего рассуждений, что вот следующее деление и следующий пункт, который будет обсуждаться, это суждение наличного бытия. Почему? Ну, как бы мы снова должны пройти ту же самую дорогу, которые мы прошли, учение о бытии, учение о сущности, только пройти ее в области субъективной, в области сознания. А там мы, а там было отражение в сознании объективной логики. То есть там мы те категории, которые отражают объективную логику, а здесь те категории, которые фигурируют в области сознания. Но движение самих этих категорий, которые в области сознания, определяется не сознанием все равно, определяется вот всем этим предшествующим движением. То есть вот если с этой стороны смотреть на науку логики, видно, что Гегель, конечно, глубокий материалист. Он мало того, что вот те категории рассматривает как категории объективной логики, он и эти категории, которые относятся к субъекту, к субъективному сознанию, он и эти категории тоже сводит к тому, что есть в объективном мире. И вот дальше. И вот дальше, если вы пойдете дальше, вы там увидите раздел «объективность» уже в другом смысле. Не в том смысле, что объективно принадлежит к объективному, а правильно отражает объективный мир. Вот ваша точка зрения объективна, если она соответствует истине. Правильно? И она не объективна, если она не отражает это. Ну вот, и именно поэтому неудивительно, что вот начинает потом он уже рассматривать учение в учении о субъективности суждения, начинает он с суждения наличного бытия. Почему? А что самое первое, какое у нас было? С чего начинается наука логика? С бытия какого? Наличного. Какого? Когда мы ставим вопрос «какой», мы ставим вопрос об определенности. С определенного, с наличного бытия. Ну вот суждение наличного бытия. И вот очень характерно и показательно и глубоко зафиксировано уже, здравствуйте, в первом абзаце. В субъективном суждении стремятся видеть один и тот же курсивом выделено, предмет двояким образом. Во-первых, его единичной действительности, поскольку это предмет, который берется для рассмотрения. И, во-вторых, в его существенном тождестве или в его понятии. Это единичное, возведенное в свою всеобщность, единичное – это субъект,
возводится во всеобщность через предикат, или, что то же самое, всеобщее сделано единичным. Ну, это одно в другое возводится, а тем самым предикат не сходит до единичного. И соединяются они. Сделано единичное, перешедшее в свою действительность. А действительность – это так, то на поверхности, что соответствует сущности, что соответствует закону. Правильно? Соответствие. Суждение есть таким образом – истина. Это, конечно, тут удивительно, думаю, что истина относится к какой-то другой проблеме, да? А тут само суждение, как таковое уже есть истина. Ну, потому что речь-то идет об исследовании самих форм мысли, да, в субъективности. Так вот, есть истинные формы мысли, а есть не истинные. Вот это истина. Почему истина? Ибо оно есть согласие понятия и реальности. А что мы понимали под истиной? Истина – это соответствие понятия объекту. Или соответствие объекта понятия уже в другом плане, когда речь идет о преобразовании мира. То, во всяком случае, вот это согласие понятия и реальности – можно сказать, что суждение есть таким образом истина. Он тоже тут очень важен. Вот это таким образом вставляет, это значит, что таким образом истина, а другим образом, может быть, и не истина. А вот взятое таким образом, оно соответствует вообще тому, что называется истина. Ибо оно и согласие понятия и реальности. Но не таков характер суждения с самого начала. То есть он как бы вам обрисовал, к чему мы идем, к чему мы придем. Но начать-то вы не можете с истины, правильно? К истине еще надо прийти. Поэтому он начинает опять сначала. Что такое начало? У нас есть товарищ Шабзов, он знает все категории. Начало – это не развернутый результат. А результат что? А результат – это развернутое начало. Видите, мы еще раз убедились. Не развитый результат. Можно и развернутый, можно развитый. Примерно тот же самый смысл, но это не ошибка. Да, начало есть не развитый. Нет никакого начала без, так сказать, связи с результатом. Что вы тогда, непонятно, что вы начинаете? Вы вообще за что-то боретесь или бузите? Или у вас революция или бунт? Вот бунт как раз – это вот не начало. Протест – не начало. Что такое протест? Это конец. Все закончилось. Просто в конце, значит, еще и хлопнули дверью. Причем плохой конец. Правильно? Так. То есть не таков характер суждения с самого начала. С самого начала выделено курсивом. Ибо сначала оно непосредственно. Будете с этим спорить? Нет. Непосредственно. С того, что перед нами, это непосредственно. Сначала непосредственно. Поскольку в нем еще не получилось рефлексии и движения определений. Видите, речь пошла о рефлексии, о том, что характерно для учения о сущности. То есть он нас все время обращает к предшествующему, к тому, что входит в содержание вот этих категорий. И эта непосредственность делает первое суждение суждением наличного бытия. Не поспоришь? Раз это непосредственное, то это бытие. Раз непосредственное, это значит первое суждение делает, оказывается суждением наличного бытия. Не запишите, что первое суждение – это суждение наличного бытия, как иногда говорят. Неизвестно, откуда это свалилось. А что по смыслу? Если вы начинаете сначала, вам… Так а что является началом науки логики? Бытие какое? Наличное. Ну, так с этого и начинаем. Значит, а если мы сейчас находимся в сфере субъективности, то есть отражаем уже вот здесь, в самом движении категорий, показываем, как в этом движении категорий отразилось движение объективных, категорий, отражающих саму действительность, сам объект. Ну, тогда мы тоже должны второй раз пойти по этой дороге. Значит, непосредственность делает первое суждение, суждение наличного бытия, которое можно также назвать как качественным суждением. У нас под качественным иногда понимается хорошее качество. И вот это качественный у вас пиджак. А если у вас длинные рукава и полы до пола, это очень большое, это великое качество у вас. Пиджак очень большого качества.
Поэтому на самом деле то, что под качеством обычно понимают, говорят, это качественный продукт. Все продукты качественные, только качество разное. То есть качеством ничего еще не сказано. То есть одного некачественное качество. А? У одних некачественное качество, а у других качественное качество. На самом деле качество может быть одним либо другим. Это мясо может быть, которое обладает качеством мяса, а может быть мясо, которое качеством мяса не обладает, а продается как мясо. Но это качество его, товар. Потому что для товара не имеет значения, сколько там мяса. Если удалось продать, все хорошо. Так, это непосредственно сделает первое суждение, суждение наличного бытия, которое можно также назвать качественным суждением. Однако лишь постольку, поскольку качество не только принадлежит к определенности бытия, но также включает в себя и абстрактную всеобщность. Вот он теперь нам показывает. Это он не говорил нам вначале. Вначале, когда мы начинали изучать качество, он на эту тему молчал. А тут он говорит, что качество включает в себя абстрактную всеобщность. Ну, потому что определенность. А раз определенность, то определенность – это отрицание, а отрицание, так сказать, все приводит в движение. Поэтому, конечно, и абстрактную всеобщность, которая равным образом имеет в силу своей простоты форму непосредственности. И всеобщность у вас непосредственная, так и единичность у вас непосредственная. Поэтому суждение наличного бытия есть также и суждение присущности. А присущности здесь вместе написано. Если бы оно отдельно было написано, то было бы при сущности. Оно не при сущности, оно еще в сфере наличного бытия, как бы, да? А присущности, потому что присуще? Качество. То, что присуще этому наличному бытию. Так как непосредственность есть его определение. А в различии субъекта и предиката субъект есть непосредственное. И вследствие этого первое и существенное в этом суждении. То предикат имеет форму чего-то не самостоятельного, имеющего свою основу в субъекте. Вот как выглядит. И тогда начинается классификация суждений наличного бытия. И вот теперь мы, раз мы отправляемся в долгий путь, то надо рассчитать, сколько нам нужно взять сухарей. Три. На дорогу. Если на 10, если на 10 лет вас отправят, то сухарей надо взять больше. Три вопроса. Но тоже три. Значит, вот и смотрим. Положительное суждение. Так. Раз. Да, надо положить положительное суждение, отрицательное суждение. Но не бывает. Ну как вот, если вы уже сказали положительное, не может же не быть отрицательное суждение, да? Дальше какое? Бесконечное. Это вы как знаете, здорово. Бесконечное суждение. Кто будет спорить? Никто не будет спорить. Их два человека там. Товарищ Васковский и Гегель, их никто не спорит. Когда в такой компании очень уютно себя чувствует каждый. Вот, значит, раньше мы уже говорили о более крупном делении, правильно? Смотрите, потом там суждение рефлексии будет, это суждение наличного бытия. А сейчас мы говорим о суждении наличного бытия, и сегодня мы разбираем только положительное суждение. Если мы его разберем, будет очень хорошо. Положительное суждение. Субъект и предикат, как было указано, суть ближайшим образом названия, действительное определение которых получается лишь в ходе суждения. Обратите внимание. То есть одно дело название, а другое дело содержание. Вот так сказать, в ходе движения вы идете глубже этих самых названий и видите, что названия не случайно такие. Потому что название, конечно, должно отвечать содержанию. Но как стороны суждения, которые есть положенные определенные понятия, они обладают определениями моментов последнего. Вот видите, положительное суждение. Оно положительное суждение в смысле того, что оно и положено. Положенные определенные понятия. А почему положенные определенные понятия? Почему так можно сказать? Ну, это ж моменты понятия, а суждение-то и есть положенность определенных понятий самим же понятием. Неубедительно. Но мы уже эту тему говорили. Вот суждение есть определенное понятие.
Ну как вот, мы пришли к понятию, нет, и потом взяли его определенность. Вот оно, определенное понятие, это суждение. Суждение – это два определенных понятия. Нет. Это тождество двух определенных понятий. Нет, суждение – это определенное понятие, нет. Это суждение в целом надо взять. Суждение, взятое в целом, есть определенное понятие. Ну это следующая категория. Вот вы берете понятие, хотите в нем разобраться. Что вы должны делать? Взять его определенность. Вот определенность понятия, первое, самая непосредственная определенность, это и есть суждение. А в нем уже вы там, более того, вот, ну, можно пойти вам навстречу, тут же сказано положенное, курсивом, положенное, и вы могли бы на это упирать определенное понятие. Положенное – это значит отрицание. Вы же отрицаете то, что я сказал? Ну, отрицаете, для этого есть слово положенное. Да что так грубо, вы так диалектически бы сказали, ну это же положенное понятие, Михаил Васильевич, ну что вы, написано же положенное, а что вы спорите, и все, я уже и не спорю тогда. То есть он дает нам более тонкие инструменты такие логические. Положенное, положенное, что такое положенное? То, что в единстве со своим отрицанием, ну, потому что его нельзя так оставить, это как непосредственное, правильно, оно положенное, надо, то есть оно в себе содержит движение дальнейшее. И они обладают, как стороны суждения, которые есть положенные определенные понятия, вот субъект и предикат обладают определением моментов последнего. Однако, в силу непосредственности, эти определения еще совсем просты. Отчасти не обогащены опосредствованием, отчасти же носят ближайшим образом характер абстрактной противоположности, представляя собой лишь абстрактную единичность и всеобщность. Почему так? В самом начале еще. Потому что в самом начале они только выглядят как абстрактные, как мы еще. Мы еще ничего про них не успели сказать, не подумать. Так. Предикат. Начнем с него. Он не говорит, что нужно начинать с него. Предикат. Начнем с него. Есть абстрактные, всеобщие. В начале. Но так как абстрактное обусловлено опосредствованием снятия единичного или особенного, то это опосредственно есть постольку лишь некоторое предположение. И дальше. В сфере понятия не может быть иной непосредственности, кроме такой, которая в себе и для себя содержит опосредствование. И возникла лишь через его снятие. Вот обратите на это внимание. То есть, если вот это бы он не сказал, то могло сложиться такое впечатление, что мы просто вернулись как бы к прежним категориям наличного бытия. А тут не так дело обстоит. Оно в сфере понятия не может быть иной непосредственности, кроме такой, которая в себе и для себя содержит опосредствование. Почему о положенности говорят? Положенность – это есть с отрицанием, это абстрактность с отрицанием этой абстрактности. И возникло лишь ее снятие, то есть кроме всеобщей непосредственности. Таким образом, и само качественное бытие есть в своем понятии некоторое всеобщее. Оно не в этом смысле качественное, как было в самом начале, а в том смысле, каком оно может быть качественным в случае понятий, когда непосредственно есть как отрицание опосредствования. И а раз оно отрицание опосредствования, значит, оно содержит в себе это опосредствование. Никак иначе. Но как бытие непосредственность еще не положено так, еще не положено так. А мы здесь говорили о предикате. Угу. Поэтому предикат еще, так сказать, он как бы не в себя не впитал, не включил еще этот самый субъект. И поэтому он еще не вполне предикат, правильно? Таким образом, и само качественное бытие есть в своем понятии некоторое всеобщее. Но как бытие непосредственность еще не положено так. Лишь как всеобщность она есть такое определение понятия, в котором положено, что ему по существу присуща отрицательность. И это отношение, соотношение имеется в суждении, где оно есть предикат некоторого субъекта. Ну и тем самым выяснилось, что оно... что вот эта положенность и отрицательность, она состоит в том, что предикат не есть какой-то свободный предикат, который мы прицепили или приставили к этому субъекту. Это предикат, относящийся к
этому субъекту. И это всеобщность, которая есть в этом предикате, это всеобщность чего? Всеобщность субъекта. Субъекта, да. Хотя сам субъект непосредственно выступает не как всеобщее, а как единичное. Ну, а вот его всеобщность выражена в предикате, как бы вынесена отдельно. И берется, раз она вынесена отдельно, значит, еще должно быть отрицание этого вынесения, то есть возвращение назад, а это называется снятие. И точно так же субъект есть некоторые абстрактные единичные, с него, для него взялись, абстрактные единичные. Или, иначе говоря, такое непосредственно, опять непосредственно кручено выделено, которое должно иметь бытие именно как непосредственное. А может быть такое непосредственное, которое имеет не такое бытие. Так, сейчас мы... Полетели. Так. Поэтому субъект должен представлять собой единичное, как некоторое нечто вообще. Нечто. А что мы знаем про нечто вообще? Что оно изменяется. Правильно? Угу. Если это нечто, то оно изменяется. Оно имеет момент равенства с собой и момент неравенства с собой. Пока оно еще вообще. Но нечто курсивом выделено. Поскольку субъект составляет в суждении тот абстрактный аспект, по которому понятие перешло в нем во внешность. Понятие перешло во внешность, и оно записано вот таким образом, субъект есть предикат. Точно так же, как определены оба определения понятия, определено и их соотношение. Есть в кавычках, связка. Оно равным образом может иметь значение лишь непосредственного абстрактного бытия. Вот смотрите, есть. Мы это есть, как понимаем, просто их связали. Но есть это бытие? Бытие. Бытие. Значит, оно пока при всей абстрактности того и другого, оно тоже становится как бы абстрактным. От этого соотношения, не содержащего еще в себе никакого опосредствия или отрицания, это суждение получает название положительного. То есть вот вам сказали, что оно положительное, а уже неинтересно, и уже авторитет этого положительного резко упал. То есть когда в нем ничего такого нету положительного, а все только отрицательное, тогда оно и положительное. Видите как? От этого соотношения, не содержащего еще в себе никакого опосредствования или отрицания, с которым связана определенность, правда? Еще нет никакой определенности. Это суждение получает название положительное. Вот положи сюда, а что там написано? Положи и все. То есть положительное, мы все больше и больше с вами начинаем понимать, что положительное – это то, что надо брать обязательно с отрицательным. Если вы не взяли с отрицательным, это не положительное, это просто бытие. А уж если положительное, то вы его только положили как бытие. А на самом деле оно не только бытие, а вы его берете как бытие. Вы берете одностороннее, а у него есть другая сторона, у него есть другой момент этого же самого. Вот поэтому, значит, это наше положительное суждение при таком изложении. Ну, таким праздничным не получается. Раз оно самое первое, хотя под положительным, где обычно понимается что-то такое высокое, хорошее, прочное, значит, ничего тут ни высокого, ни хорошего, ни прочного нет, это самое начало, вот, значит, субъект единичный, абстрактный, но благодаря своему предикату он, значит, переводится или возводится в всеобщность, но это еще сугубо только, так сказать, сугубо без всякого движения и раскрытия дальнейшего. Второй пункт. Начинается конкретизация. Вот второй пункт, а потом посмотрите, вот третий пункт. Как устроено это все? И как у него все расписано аккуратно? Как бы все для нас расписано, чтобы было все понятно. Все, везде три пункта, три книги. В каждой книге три части, в каждой части три раздела, в каждом разделе три главы, в каждом главе три параграфа, в каждом параграфе три. Ну а почему так? А никакого другого не может. Вы рассматриваете бытие само по себе,
непосредственное. Вы же непосредственное рассматриваете. То, что вы берете для рассмотрения, всегда непосредственное, то есть бытие, правильно? Вы с него начали, раз решили рассматривать. А если вы хотите в нем что-то рассматривать, вы должны что-то определенное об этом сказать, узнать, получить результат, вы должны найти определенность его. Определенность есть отрицание. То есть взять отрицание, но ради отрицания вы берете не ради отрицания, а ради лучшего понимания этого, того, что вы пытаетесь познать. Значит, вы отрицаете это отрицание, возвращаетесь к этому же самому бытию, непосредственному, с пониманием того, значит, каково у него, какова его, так сказать, определенность, правда? Это непременно такое суждение. Ну вот поэтому вначале мы ничего другого тут получить не можем. И поэтому ближайшим чистым выражением положительного суждения служит поэтому предложение. Вот мы и приплыли. Единичное есть всеобщее. А как мы поняли, что единичное есть всеобщее, а не как там дальше будет единичное есть особенное? Ну, пока мы просто другого еще не поняли. Мы пока еще другого не поняли. Мы только поняли, вот субъект есть предикат, а субъект единичный, а это все общее. Вот и все единичное, есть все общее. Мы же разобрали здесь субъект, что такое предикат, что такое есть, что такое. А это их соотношение. Поэтому вот мы и пришли. То есть мы пришли к этому выражению не как вот объявленному вначале, а как к тому, к которому приходят. Мы шли, мы взяли субъект. Субъект, а могу взять без всякого предиката? Нет. Вот вы субъект или не субъект? В каких-то случаях субъект. Что значит в каких-то? Сейчас не субъект. То есть бывают случаи, когда вы вообще не субъект. А кто вы, объект? Когда вас бьют? Не понимаю. Какие такие ситуации, когда вы не субъект? Субъект можно всегда взять. Единичное ничего не стоит взять. Так, беру. Вот, товарищ Восковский, в пиджаке. Пиджак – это ваш предикат. Определенность. Предикат. А, предикат. Да. Предикат – это ваш или нет? Или это определенность только? Нет, это на предикат не тянет. Не тянет, по-моему. Потому что вы не пиджак. Не вид пиджака. Не тянет. А тянет над... Куда? Супрегат Васьковский есть человек, это тянет. Ну да. Так и это просто и понятно. И ничего такого я особенного не сказал. В то же время вы сразу стали бесконечным и вечным. Как Васьковский вы просто взять как субъект, вы единичный. А единичный и смертный, и ограниченный в своих возможностях. Ну что мы можем? Ничего не можем. А как представители человеческого рода, как у вас сущность какая? Общественное. Ну, так если общественное, значит, вы кого здесь представляете? Все человечество. Вот мы тут скромные люди, а вы представляете все человечество за все времена. Ясное дело, надо с вами дружить. Мы дружим. А некоторые считают, что антиобщественное. А? А некоторые считают, что антиобщественное. Это только подчеркивает вашу общественность, раз они считают. Раз вы нашли уже своих врагов, значит, не только друзья вас признали, но вас признали и противники. Так что вот это уже прочное у вас непосредственное положение. Это уже отрицательное суждение. А? Это уже отрицательное суждение. Это мы про отрицательное суждение ничего не знаем, поэтому да. Мы туда не заглядываем. Вы нас туда не тащите. А вдруг там все оборвется? Не надо. Ну, давайте мы идем. Вот. Сейчас вот все, видите, куда мы пришли? К пункту второй. Единичное есть всеобщее. Кто не понял? Есть такие? Вот потом никто не говорите, что вам непонятна наука логики. Уже никто не может сказать, что... Вот, товарищ Тюленев, вам понятно, что единичное есть всеобщее? Ну и все так. Столько говорили, что непонятно и сложно. Все понятно и сложно. Надо найти место, которое читать. Ну, что-то понятно, что-то непонятно. Это очень даже понятно. Единичное есть всеобщее. А никакого другого суждения это не бывает. Кучук есть программист. Его раз во всеобщности. Ну, Васьковский, конечно, выше пошел, он просто на все человечество вышел сразу. Ну, а дальше мы просто можем сказать, программист – человек, и тогда, так сказать, два этапа все равно прийти к этому же самому. Так, это выражение не должно быть облечено в форму А есть Б. Обратите внимание, то есть он категорический противник всяких формул и картинок. Почему? Потому что в картинках нет логического движения.
они мертвые все. И нет этого перехода. А в словах есть переходы. Любое слово вы возьмите, оно на самом деле, если его обдумать, оно имеет такие значения, которые позволяют переходить к следующему. Если уже вы сказали субъект, то просится предикат, как бы, чтобы за субъект без всяких предикатов. Это что-то какой-то голый субъект, это что-то ненормальное. Поэтому есть такое, он действительно момент. А предикат? Ну, предикат, который ничей не предикат, никакой он не момент. Правильно? Раз он не момент, значит, он и не предикат. Как не момент? Они же моменты. Это же моменты суждения. Так вот, нельзя их брать отдельно, предикат. Я не могу взять просто предикат. Сразу надо три. А где субъект? Ну, как бутерброд. Он, если есть только хлеб, то это не бутерброд. Почему? Масла нет. Ну да, тогда это не суждение. А если масло дали? Вот, говорит, вам бутерброд. Вы масло хотели? Вот вам масло. Я просил бутерброд. А где хлеб? Ну вот, вас не поймешь. Вам то хлеб, вам не хватает масла. Дальше вам масло, вам не хватает хлеба. Чего вы? Ты вы кого представляете? А вы говорите, я представляю суждение. И все. Там, чтобы должно быть и субъект, и предикат, все должно быть. Поэтому тут даже интересно то, что все и это вот то, что относится к тому, а как люди строят свою, вообще свой обмен мыслями, и как вообще строится любой язык человеческий. Тут же не говорится о русском языке, или немецком языке, или английском языке. Это везде есть, вот как это строится. И он устанавливает связь между вот всеми теми категориями, которые были, и поэтому говорит, насколько это великая вещь, вот то, что происходит в языке в нашем. Потому что язык наш, по существу, вместилище, так сказать, мысли. Правильно? Он говорит, неоднократно повторяет, что мысль, прежде всего, отлагается, выражается в языке. Если этого не происходит, это может быть образ художественный. Пожалуйста, идите в филармонию. Неважно, вы француз, англичанин, русский, китаец. Вот музыку вы можете воспринимать без всяких слов. Вам не нужен перевод ни на какой язык. Правильно? Неважно, кто композитор, и неважно, кто исполнитель. То же самое это касается там, творчества художников. Художник, он же не портрет ваш рисует, а он рисует художественный образ. Что-то он хотел выразить этим. Там мужественность или, так сказать, яркость, или, так сказать, ум человека и так далее. Вот он выразил. Нужен перевод. Ну, могут название перевести этой картины. А название так уж важно. Уже не так уж важно название. Он тут, видите, как Гейль говорит, это лишь название. Сначала это только лишь название. То есть вот это вторая форма постижения мира не в понятиях, а в образах. Ну и еще одна форма постижения мира религиозная. Посмотрел на землю и нарисовал, что такие якобы люди на земле, вот там, на небесах. Это фантастические образы, которые человек рисует себе и их уносит далеко ввысь, чтобы нельзя было перепроверить, кто кому адекватен, кто кому преподобен. Так, ну вот, значит, что мы получили? Получили, что единичное есть всеобщее, так, это форма положительного суждения. Это можно запомнить. Если мы забыли, значит, возьмем, откроем и посмотрим. То есть наличие книги «Наука логики» освобождает нашу память от того, чтобы обязательно это запоминать. Ну, не обязательно запоминать, важно иметь этот вот материал как рабочий материал. Если забыли, открыли и посмотрели. Есть оглавление, есть примерное понимание того, как они, эти категории, движутся, и можно всегда это найти. Вот. В каждом, даже более богато определенном по своей форме суждении, утверждается предложение, имеющее следующее определенное содержание. Единичное есть всеобщее. Поскольку всякое суждение есть также абстрактное суждение вообще. То есть он уже тут говорит о другом, что не то, что мы среди суждений выбрали что-то, а он говорит, что всякое суждение, если оно суждение, имеет такую форму. А если оно не имеет такую форму, оно не суждение. То есть никакое оно не суждение, это какое-то мертвое высказывание. Потому что если оно не связывается с всеобщим, то оно как бы и человек это не связывает с человечеством. Язык кому принадлежит? Он принадлежит обществу. И человек... Этот язык постигает только в обществе. Нельзя с молоком матери передать язык. Если бы можно было с молоком матери передавать язык, то, наверное, были эти люди, которые
стаи волков могли бы стать говорить на волчьем языке, и наоборот, придя в человеческий мир, заговорили на человеческом языке. Но если они там прожили 5 лет, то уже человеком не может стать ребенок. Как бы он ни был здоров, толков и так далее. Все. Поэтому надо понять, что мы вот попадаем в общество, как в общество, и становимся общественными, будучи единичными. Вот это ведь субъект из предиката, это вот по отношению к каждому из нас. Что мы становимся единичными, когда начинаем говорить. И смысл суждений, а что значит говорить? Судить о том, о сём, о чём-то мы судим, да? А что значит судим? Мы пытаемся подвести всякое единичное под всеобщее. Вот положительное суждение. Надо понять, что вот с чего все начинается. С того, что мы начинаем судить. А это что? И это, наверное... Ну, это вы сильно знаете. Это, наверное, какой-то прибор. Я подвел под всеобщее, да? Разные же есть приборы. Это какой-то прибор. А то, что это микрофон, это вы такой продвинутый. Александр. А вот по этой штучке вообще не догадаешься, что это такое. Меня все время спрашивают на работе. Степан Степанович даст мне, я там хожу по коридору. Говорит, а что это у вас такое блестит? Может, сейчас такие значки лауреатам дают. Красиво же. А так для того, чтобы понять, что это микрофон и это микрофон, для этого надо подвести вот это под всеобщее. Правильно? Они же совершенно разные. Посмотрите на этот. Смотрите, какой хвост у этого микрофона. Длинный-длинный, и идет туда, к Мордовину. А этот вообще никуда не значит, идет. Значит, это не микрофон. Это божественный микрофон. Почему не микрофон? Там, все есть. Все есть. Там все слушают вас, все хорошо. Так, все нормально. Разные бывают микрофоны. То есть этих микрофонов сейчас тьма. Каждый есть микрофон. Точно так же, ну что такое стол? Это мы так вот говорим, это стол. А что у него тогда дырка вот посередине? Это стол с дыркой, то есть он особенный. Это особенное. А единичное какое? А вот этот именно, вот этот стол. Вот. Это стол. Вот этот предмет, это мебель, есть стол. А стол это всеобщее. Сколько этих столов, которые были в истории и будут еще, и есть там, и, сказать, и сделанные из камня, сделанные из орехового дерева, и там еще только не сделанные. Есть круглые, есть квадратные, есть такие, которые американцы под ноги подкладывают, столики. Всякие есть столы, есть письменные столы и прочее. А есть столы-начальники. То есть такие столы, которые неразрывно связаны со своим начальником. Он не может без стола, а стол без этого начальника не стол. Вот, так что вот это очень существенно. В каждом, даже более богато определенном по своей форме суждении, утверждается предложение, имеющее следующее определенное содержание. Единичное есть всеобщее. А именно, поскольку всякое суждение есть также и абстрактное суждение вообще. Что тут непонятно? Всякое суждение, самое конкретное, есть суждение. А суждение имеет форму, вид, субъект есть предикат. То, что он делает нам? Упрощает жизнь или усложняет? Он нам показывает, что на самом деле все по-простому сводится. То, что кажется таким вот прямо богатым разнообразием, не такое уж и разнообразие. Всякое суждение сводится к высказыванию, к подведению единичного под всеобщее или к тому, что и это всеобщее. Это всеобщее, оно не фигурирует как всеобщее без единичных, а оно не сводится до действительного. Действительным оно находится всеобщим. Только в единичных. Если нет яблок никаких, то нет и вообще яблок. Если нету таких, никаких нет, то нет яблок и вообще. Они были, может быть, раньше, а сейчас нету. Так. Об отрицательном суждении и о том, в какой мере оно тоже может быть высказано посредством этого выражения, будет сейчас идти речь. Если же обыкновенно не думают о том, что каждым, по крайней мере, положительным суждением, будем пока говорить только о нем, высказывается утверждение, что единичное есть всеобщее, то это происходит потому, что отчасти упускается из вида та определенная форма, которой субъект отличается от предиката, так как полагают, что суждение есть просто-напросто соотношение двух понятий. Нет.
не соотношение двух понятий просто, а одно именно субъект, единичное, а другое именно предикат, всеобщее, то это происходит потому, что отчасти упускается из виду та определенная форма, которой субъект отличается от предиката, так как полагаешь, что суждение есть просто-напросто соотношение двух понятий. Отчасти же может быть и от того, что сознанию преподносится прочее содержание суждения. Кай ученый или роза красна. И сознание, занятое представлением о Кае и тому подобное, не размышляет о форме, хотя такое, по крайней мере, содержание, как логический Кай, который обычно должен служить примером, представляет собой весьма малоинтересное содержание. И это неинтересное содержание, скорее, как раз для того и выбрано, чтобы оно не отвлекало внимание от формы. По объективному своему значению предложение единичное есть всеобщее, как мы при случае упомянули выше, выражает отчасти приходящий характер единичных вещей. Это важно. Приходящий характер единичных – это единичное. Оно так это всеобщее. Вот. Всеобщее – это не приходящее, а единичное – приходящее. Раз. Отчасти же их положительное наличие в понятии вообще. Само понятие бессмертно. Но то, что выступает из него при его разделении, подвержено изменению и возвращению в его всеобщую природу. Но и обратно. Всеобщее сообщает себе некоторое наличное бытие. Тоже очень важно. Если такое всеобщее, которое себе не сообщает наличного бытия, то оно перестает быть всеобщим. Оно может быть всеобщим только благодаря тому, что есть единичное. И они связаны. И это, так сказать, вот всеобщая форма положительного суждения. Что вы знаете из диалектики? Я знаю, что такое положительное суждение. А еще что? Ну, когда вот ты что-нибудь знаешь, я тебе расскажу, что я узнаю еще. Это же движение вперед, мы продвинулись. Подобно тому, как сущность переходит в своих определениях в видимость. Основание – в явление существования. Смотрите, как она снова туда возвращается. Субстанция – в обнаружение своей акциденции. Так всеобщее раскрывается, чтобы стать единичным. Раскрывается всеобщее в единичном. Суждение есть это его раскрытие, развитие той отрицательности, которой оно уже было в себе. Последний процесс находит в себе выражение в обратном предложении. Всеобщее единично. То есть оно раскрывалось, 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 раскрывалось. И выяснилось, что всеобщее единично. Что иначе, как в единичном, оно не всеобщее. Вот несмотря на то, что мы только что провозгласили, что, так сказать, есть такое человечество вечное и бесконечное, и это вечное и бесконечное человечество состоит из конечных, единичных людей. И без этих конечных и единичных людей оно не всеобщее. Отсюда и вывод, вот он, вывод, и вот тут сделан. То есть сначала он вроде повторял такие простые вещи, раз – И прямо, можно сказать, противоположный вывод. Всеобщее единично. Некоторым может показаться, что как это так вот берут разные и соединяют, как будто и отождествляют. Так мы уже знаем изучение сущности, что тождество есть, тождество различное. А если хотят одно и то же повторять, вроде как, объясните им, что такое елка. Это елка. Так, что вам еще объяснить? Что такое стол? Стол – это стол. То есть тавтология, вот это называется в философии, в логике, тавтология. Что вот такое утверждение о равном, что оно равно, это просто повторение того же самого, это называется тавтологической речью. И никакого продвижения она не дает, хотя она вроде как понятна. Я же вам сказал, что бревно – это бревно. Понятно, что бревно – это бревно? Но если вам это непонятно, то подумайте о том, кто вы. А я ничего не сказал. Потому что всеобщее единично. То есть вот мы получили очень быстро. Страница не прошла, и уже обратное высказывание. Всеобщее единично. Предложение, которое равным образом высказывается в положительном суждении. Высказывается. Мы его просто не видим. Когда мы говорим, что субъект есть предикат, из этого следует, что всеобщее – это единично, раз субъект есть предикат.
Субъект, который ближайшим образом есть непосредственно единичный, соотнесен в самом суждении со своим другим, а именно со всеобщим. Он стал быть положен как конкретное, а по своему бытию как некоторое нечто со многими качествами, или как конкретные рефлексии, как некоторая вещь с многообразными свойствами. Вот мы так говорим, что субъект есть предикат, как будто тут только у него один предикат, а у субъекта может быть сколько угодно предикатов, правда? Бесконечно много предикатов. То есть это вот кажется наше высказывание такое, ну чего тут он возится, субъект есть предикат. Так сколько таких вот суждений можно высказать об одном и том же субъекте, да? Это можно начинать углубляться, исследовать. Да. То есть вот он здесь уже показывает, что их на самом деле многообразие, как конкретные рефлексии, как некоторые вещи с многообразными свойствами, как некоторые действительные с многообразными возможностями, как субстанция с многообразными акциденциями. Откуда он этого нахватался? Смотри учение о сущности. То есть это не откуда это прилетело? Не заново он начинает. Он нам нигде не говорит, что давайте возьмем вот еще что-то такое новое. Он все время предлагает нам не забывать и использовать то старое, которое лежит в основании. И основание, которое здесь снова проявляется. Если всеобщее есть единичное, всеобщее единичное, так кроме этих единичных-то их много, значит, всеобщих этих, всеобщие единичные. Этих единиц-то может быть бесконечно много, поэтому это бесконечное многообразие этих самых предикатов может быть. Только по очереди надо писать. Человек есть животное, человек есть твердое тело, человек есть выражение общества, так? Человек есть там отец, человек есть мать и так далее. Сколько угодно, человек есть сын. Много можно наговорить. Человек есть Шалосов Константин Константинович со всеми своими предикатами. Так. И вот тут все получается, что оно, проходя сквозь них, непрерывно продолжается в них, сохраняет себя в них, а также их в себе. То есть предикат себя сохраняет в разных субъектов, и субъект в этих предикатах себя сохраняет. Правильно? Положенность или определенность принадлежат к себе и для себя бытию. К себе – это что такое? К себе – это значит к равенству. Положенность – то есть не может быть равенство без неравенства. Положенность – это же единство с отрицанием, но оно, так сказать, обеспечивает и равенство с собой. Раз отрицается это, но оно только так и может быть обеспечено, только с отрицанием. Так, и дальше. В себе бытие, а для себя бытие что такое? А для себя бытие то нет границы, но безгранично. Это для себя бытие. Потому что если конечное, то уже все, вот граница. А если нет границы, то это бесконечно. А бесконечно – это для себя бытие. Мы же все время о всеобщности говорим, это же бесконечность. Что такое для себя бытие? Оно не может быть для чего-то другого, если ничего другого нет. Нету никакого другого, это бесконечное. И раз оно бесконечное, оно для себя бытие, как таковое. Так. Положенность или определенность принадлежит к себе и для себя бытию. Поэтому субъект в себе самом есть всеобщее. Субъект в себе самом есть всеобщее. Это мы как бы его всеобщность вынесли на показ. Вытащили на рекламный щит эту всеобщность, а он в самом себе есть всеобщее. Правда? Ну, мы это знаем. Мы-то знаем, что единичное есть всеобщее, и мы это проходили. Это-то нами уже усвоили. Напротив, предикат, какая-то нереальная или конкретная, абстрактная всеобщность, есть по отношению к субъекту определенность и содержит в себе лишь один момент его тотальности. Что значит тотальности? Целостности его. Один момент вы взяли и показываете. Субъект есть предикат. То есть один только момент вырвали. Поэтому надо много-много этих суждений, чтобы описать субъект единичный. А и наоборот,
Если это всеобщность, то вы таких субъектов, в которых есть тот же самый предикат, у которых есть тот же самый предикат, тоже найдете бесконечно много, правда? Так. С исключением других. Один момент его тотальности с исключением других. В силу этой отрицательности, которая вместе с тем, по крайней, как крайний термин суждения, соотносится с собой, предикат есть некоторое абстрактно-единичное. Один выхватили вы предикат, и он тогда вы уже его рассматриваете как абстрактно-единичное. То есть вы уже его понизили, разжаловали в солдаты. Например, в предложении «Роза благоуханна» предикат выражает лишь одно из многих свойств розы. Он изолирует это свойство, которое в субъекте сращено с другими, делает его единичным. Подобно тому, как при разложении вещи многообразные присущие ей свойства изолируются, становясь отдельными самостоятельными материями. Поэтому предложение суждения гласит с этой своей стороны так – «всеобщее единично». Вот он и раскрыл это положение. Что всеобщее и единичное. Сначала он раскрыл, что единичное всеобщее, а теперь он раскрыл, что всеобщее – это на самом деле единичное. Сопоставив это взаимное определение субъекта и предиката в суждении, мы получим, стало быть, двоякий результат. Первое. Субъект есть, правда, непосредственно сущее или единичное, предикат же всеобщее. Но так как суждение есть их соотношение, и так как субъект определен предикатом, как всеобщее, то субъект есть всеобщее. Второе. Предикат определен в субъекте, ибо предикат есть не некоторое определение вообще, а определение субъекта. Роза благоуханна. Это благоухание есть не какое-то неопределенное благоухание, а благоухание розы. Предикат, стало быть, есть нечто единичное. А так как субъект и предикат находятся между собой в отношении суждения, то они должны по своему определению понятия оставаться противоположными. Подобно тому, как во взаимодействии причинности, прежде чем оно достигнет своей истины, обе стороны должны, несмотря на равенство своего определения, все еще оставаться самостоятельными и противоположными. Помните, причина есть действие. Только действие, оно только действие причины. А причина, которая не выражается в действии, она не причина. Там такое же было. И здесь субъект, который не выражается в предикат, не предикат, а предикат, который не выражается в субъекте, не предикат. Поэтому, если субъект определен как всеобщее, то предикат нельзя брать в его определение всеобщности. Ибо в таком случае не было бы никакого суждения, а он должен быть взят лишь в его определение единичности. И равным образом, поскольку субъект определен как единичный, поскольку здесь говорится не потому что, вот очень часто люди, когда говорят «поскольку», подразумевают под этим «потому что». Не «потому что», «поскольку» – это значит «в той мере в какой». Если вы так берете, то вот так, условно. Поскольку субъект определен как единичное, следует брать предикат как всеобщее. Когда мы обращаем внимание лишь на их голое тождество, то мы получаем следующие два тождественных предложения. Единичное есть единичное, и всеобщее есть всеобщее. А вот это уже тавтология. Предложения, в которых определения суждения совершенно выпадали бы друг из друга и выражались бы лишь их соотношение с собой, а их соотношение друг с другом уничтожалось бы, и тем самым упразднялось бы суждение. Из вышеуказанных двух предложений одно всеобщее единично выражает суждение по его содержанию, которое в предикате есть отдельное изолированное определение, а в субъекте тотальность определений, другое же предложение, единичное всеобщее выражает форму, которая самим им непосредственно указана. В непосредственном положительном суждении крайние термины еще просты, поэтому формы и содержание еще соединены. Или иначе говоря, оно не состоит из двух предложений. Получающееся в нем двоякое соотношение образует собой непосредственно одно положительное суждение. Ну вот давайте на этом сегодня закончим, поскольку мы тут идем по такому материалу, который представляет собой
сложность для всех граждан современного мира, потому что степень изучения диалектики такова, что мало какая птица долетала до вот этой самой третьей книги, до третьего тома, а в этом третьем томе до положительного суждения. Поэтому мы бежать тут не будем, вот. А наметим следующее занятие кружка и дадим возможность товарищам глубоко изучить это и продвинуться вперед самостоятельно, чтобы потом здесь показать знания. Значит, в следующий раз, по обстоятельствам, которые тут складываются, объективно, единично, у нас занятие будет 9 апреля. Второй вторник апреля. Так, ну, у нас есть чем заниматься, товарищи, просьба изучать это дело. И по возможности читать и двигаться вперед. Почему? Потому что чтение непонятных текстов, при том, что это непонятно, понятно, полезно. То есть читаешь, привыкаешь к этому. Надо ознакомиться с материалом, привыкнуть к этому материалу, привыкнуть к форме выражения, потому что, когда вот мы это все анализируем, мы видим, насколько ясным языком, ясным и простым языком, и точным языком Гегель это излагает. То есть все попытки, какие делались за время существования науки логики Гегеля, как-нибудь изложить лучше, проще, от всех этих попыток. Даже у Маркса такие настроения были, но ни Энгельс не поддержал, ни Ленин эти настроения не поддержали. Энгельс очень просто сказал, что единственный компендий диалектики имеется в науке логики Гегеля, а Ленин сказал, что вот надо изучать науку логики и стать кружком любителей Гегеля и диалектики. Неудивительно, то, что проще некуда, но каждый шаг простой. Да. Куда его еще эти шаги делить? Можно сложнее? Нет, у него каждый шаг непростой, потому что у него простой только чистое бытие. А потом каждый шаг включает в себя все предыдущие шаги. Как же он простой? То есть сложный. То есть каждый шаг – это усложнение по сравнению с тем, что было на предыдущем шаге. А вы так раз и... то есть на каждом шаге он как будто рушит систему и возвращается к чистому бытию. Нет, он возвращается, но возвращается он вот так, через, так сказать, всю эту систему выведения категорий. И вот мы с вами не случайно на тотальности остановились. И вот какие-то идиоты, так сказать, теперь кричат про какой-то тоталитаризм, как некое негативное. Тотал – это очень здорово, когда у вас есть целый стакан, а не разбитый. Когда у вас цельное молоко, а не восстановленное. Что можно против целого вообще иметь? Нет, тотал – это целое, тотальность. Вот это вы написали письмо, потому что вы тоталитарист. Вы хотите, чтобы все люди могли иметь возможность мыться в бане. Все хотите, чтобы они имели возможность. Сейчас не такое время, сейчас нет тоталитаризма. У кого деньги есть, те вымоются. Ну, надо что-то делать хотя бы. Да, деньги надо добывать теперь. Сейчас другое делать нечего. Просто губернатору писать. Писать или можешь. Идти в бизнес. Все вышли. Так, какие-то есть вопросы? Нет, да? Тогда на этом сегодня мы заканчиваем. Спасибо. Клячу истории загоним. Левый. Вы там собираетесь в бытие. Это никого не волнует. Вы единичные, а тут надо себя вести. Вы всеобщие. Все нормальные люди уже читают учение понятия.